друзі, це проект «Обличчя». Я Дмитро Чистяков. Моя гостя сьогодні – білоруська опозиційна журналістка, яку переслідує режим Лукашенка. Вона 2 роки провела у колонії, бо просто чесно виконувала свою роботу. Дар'я Чульцова. Вітаю. Вітаю. Дар'я Чульцова – білоруська журналістка, репортерка телеканалу «Белсат», який нині мовить із Польщі. У листопаді 2020 року Дар'я працювала на так званій площі Пірамен у Мінську, вела пряму трансляцію. Тоді містяни зібралися вшанувати пам'ять загиблого активіста Романа Бондаренка, у смерті якого звинувачують білоруських силовиків. У цей день поліціянти також дали собі волю і жорстоко розігнали людей. Правоохоронці затримали Дар'ю, згодом лукашенківський режим звинуватив її у порушенні правопорядку. Суд виніс вирок – 2 роки колонії. Апеляцію відхилив. Дар'я повністю відбула покарання і звільнилася торік у вересні. Після виїхала з Білорусі. Тепер живе у Польщі, там і працює. У 2020 році білоруські правозахисники назвали Дар'ю Чульцову журналісткою року. У 2021-му у Польщі їй присудили премію Дариу Шафікуса за журналістику найвищої якості. А згодом репортерка отримала премію імені Герда Буцереуса «Вільна преса Східної Європи». Отже, Дар'я, подивилися ми, що це було, за що ви отримали строк. Це просто звичайна трансляція, звичайний стрім. Давайте зараз ще раз покажемо глядачам, так? З боку вулиці Осипенки так само рухаються силовики. Протестовців окружають у районі меморіалу. Ось така поступає тепер інформація. Той же водомет під'їхав з іншого боку. Квартири, де ми знаходимося, позвонили. Ми не відаємо, хто це, але... От і в чому тут взагалі були звинувачення? Де тут злочин? Ну, нам сказали, что мы организовывали и координировали людей, которые собирались внизу. То есть по версии режима мы не транслировали то, что происходило на тот момент на улице Червякова, на так называемой площади перемен. А мы говорили людям... что делать, куда идти, где они могут встретиться. Ну, координировали. Ну, є ж запис, де просто, ну, ваш голос чи голос вашої колеги, де ви просто ведете. Це був прямий ефір. Як ви могли в той же момент координувати людей на площі, коли ви просто коментували, що там відбувається? Самое интересное, что они эту запись использовали как доказательство. Когда они расшифровали Катины слова, Катины комментарии, мы заметили, что они поменяли Катины окончания в словах. То есть там были слова, когда Катя говорила «люди идут», в расшифровке было «идите». То есть даже доказательства видео, где Катя говорит «идут», они не принимали. Они принимали только расшифровку с «идите». Вот просто фальсифікація на рівному місці. Але ж не було цієї розшифровки, коли вони вломилися в квартиру, ввели трансляцію з будинку, який поруч з площею перемен. Вони виламали двері. Як це було взагалі? Давайте повернемося в той день, ви ведете стрім цей. І до вас хто це був? Спецназ, КГБ? Хто це? Мы вели стрим на протяжении где-то 5 часов с перерывами на студию. До нас, к нашему окну, прилетал несколько раз дрон, как мы уже потом поняли, что это был милицейский дрон. Не поняли, уже были доказательства того, что это был милицейский дрон. А потом весь район просто окружили. Несмотря на то количество людей, которое осталось в итоге, туда свезли очень много ОМОНа. Просто несоразмерно было количество людей, которые находились там, количество людей в форме. В итоге они просто вскрывали с первого этажа все двери. Те люди, которые не открывали квартиры, они просто их срезали. Так они дошли до нашего этажа. Я до сих пор забываю, на каком этаже мы были, на 14 или на 15. Они просто так поднимались по этажам и в итоге срезали нашу дверь. 8-10 человек тогда зашло ОМОНа, было... Затримывать 2 девчат, да. Молодых, 10 людей. Да, среди них был спецназ, мы видели несколько нашивок спецназа. Ну, вот так.
Потом был обыск, всех увезли, и хозяев, которые находились в этой квартире, которые нас пустили снимать, ну и, собственно, нас. Вас же звинуватили ще в тому, що ви порушили збитки, так, трамваю, да, завдали трамвайному депо, да, зупинили рух транспорту громадського, це правда? Да, нам сказали, що ми остановили движение, хоча по факту все движение на той момент в Білорусі останавливали сотрудники. Либо перекривали ГАІ, либо ОМОН вистраювався і щитами перекривав дорогу. Ну, це завжди все скидували на людей, так же і зараз на нас. Просто повесили даже этот штраф за перекрытие дорог. Ви казали в інтерв'ю в одному, що відчували перед тим, от як все почалося в 20-му році, коли ви працювали, що рано чи пізно по вас прийдуть і дадуть строк. От звідки це відчуття було? Я уже работала год на Белсате, и за этот год я насобирала штрафы за работу без аккредитации, потому что нашему каналу, белорусскому каналу, просто не давали аккредитацию в Беларуси. Це тому, що пояснимо, єдиний незалежний канал, да, який не підпорядковується владі, він опозиційний, тому да, зрозуміло, чому не давали. На тот момент, когда я работала еще в Могилеве, я жила на нескольких квартирах, и милиция просто знала, где я живу. Она знала все квартиры, где я живу. И не раз мне вручали повестки, просто когда я выходила из дома. Это вы не следовали просто за вами? Да. В Минске не единожды нас задерживали, ну, потом отпускали. Мы могли просто ехать на машине, нас задерживали у моего оператора на тот момент, конфисковали машину на какое-то время, нас забирали технику у всех журналистов, операторов Белсата, у всех есть штрафы за работу без аккредитации. Все в той или иной степени сидели, кто-то на сутках, кто-то вот по несколько лет. Поэтому это было достаточно предсказуемо, что в конечном итоге закончится все чем-то посерьезнее, так скажем. Особенно, когда мы были единственный телеканал и единственная команда, которая проводила стримы, потому что на тот момент уже никто не выходил со стримами. Да, это было достаточно предсказуемо. Тому ви посміхалися в залі суду, вже коли вас, ну, судили. Ну, є фотографії, да, ви просто із вашою колегою Катериною Андрієвою посміхаєтесь. Это было и из-за того, что да, это было предсказуемо. Не хочется давать слабину. Не хочется показывать, что ты расстроен. Да, тебе дали 2 года, но простите, я не покажу вам, что мы пали духом, что ли. Вы этого не увидите. Не увидите, как мы плачем. Не увидите наших расстроенных лиц. Мы будем улыбаться просто вам в лицо. Я думаю, у Кати были такие же мысли, поэтому были на фотках действительно кажется, что мы просто счастливы этому сроку. Но это было скорее назло. Ну, це дійсно смішно, тому що, ну, ці ж люди виглядають, які просто фальсифікують всі ці звинувачення, як ви сказали, підробляють слова в трансляції. Ну, це дійсно, ну, я розумію, що вам було не дуже смішно, в принципі, так, розуміти, що ось вони 2 роки просто за те, що ти працюєш і виконуєш свій обов'язок. І я знаю, що тоді за вас вступилися міжнародна спільнота, багато спілок журналістів і українська спілка також, і по всьому світу. Невже не чули в Білорусі ці протести, цю підтримку міжнародну? Тому що казали і міжнародні інстанції, що це незаконно, те, що вони роблять, коли вас за грати кидали. На самом деле, та ситуація, которая происходила в 20-21, когда нас только задержали, уже не кажется настолько страшной. Сейчас задерживают и садят журналистов на такие 40. И то, что отсидела я, кажется просто смехотворным. Кате добавили 8,5 лет, Почебуту дали 8,
Золотовой сейчас дали 12, ну, Тутбая осудили, просто какое-то безумие происходит. Опять же, вся международная общественность поднимается против, вводятся санкции, но режиму все равно. Просто судят и судят. Сейчас и не только журналистов задерживают. Сейчас после взрыва самолета по всей Беларуси обыски. Просто всех задерживают. За що Каті 8,5 років додали? Вас судили разом, обом 2 роки давали. Я знаю, що вона теж чекала на звільнення восени минулого року. Але 8,5 років за що? Чому? Вона ж сиділа вже в колонії. Що вона такого зробила там? Змінила государство. Там, знаходячись під вартою? Ні, її діло закрите, і навіть зараз непонятно, що її вміняли на той момент і за що вона сидить, тому що це не розкривається. Ну, зміна родині. Вот они решили просто ее оградить от внешнего мира или внешний мир оградить от нее, чтобы она... Или это просто уже месть пошла. Потому что Катя очень много работала, она очень много чего освещала. Она работала и в Украине, и в Белоруссии на всех протестах. Угу. Есть, зокрема, чутки, что ей помстилися через книгу «Белорусский Донбас» про тих воинов, які приймали участь в АТО, ще, ну, ще коли Росія тільки зайшла в 14-му році на Донбас. Да, эту книгу они очень сильно раскручивали на госканалах, показывая, что вот такая вот журналистка ездила в Донбасс, рассказывала про Донбасс, и они очень в негативном ключе это все показывали. Да, книга стала такой, наверное, последней каплей для них, для ненависти в сторону Кати. Ну и что зараз? Что вона, якісь дії робить, щоб звільнитися, щоб якось, не знаю, подати апеляцію, якщо це можливо? Тому що я знаю, що коли ви сиділи, вам давали на підпис прохання про помилування, так, яке ви не підписали. Да, сейчас уже ничего не остается. Ее осудили, да, апелляция, кажется, прошла мимо, так же, как и все апелляции. Люди, которые даже писали прошение о помиловании, которые признавали вину, это не работает. Лукашенко такой, он хочет, чтобы его попросили о чем-то, сказали, что вот мы виноваты, отпустите нас. В итоге отпустили, при мне было, когда отпустили 4 девушек, потом еще отпустили 1 журналиста, но это было не по помилованию. В общем, это не работает. Это было показательное такое... Что вот все-таки то, что вы пишете, это работает. Может, вы еще кто-то напишет. Давайте, пишите. Саме тому вы написали? Я не писала из собственных соображений, потому что, чтобы написать даже тоже прошение о помиловании, нужно признать вину. В чем мне признаваться, когда я ни в чем не виновата? Я работала, я журналистка. Что вы от меня хотите? Просто... Таке личне соображення. Як до вас ставилися в колонії? От ви приходите, там різні жінки, ми розуміємо, сидять. І є багато хто, я думаю, хто підтримує Лукашенко і підтримує режим, взагалі це життя в Білорусі. І вони знають, за що ви потрапили і хто ви така. Не було через це проблем? Ізначально, коли ми тільки попали в колонію, я была одной из первых, кто уже приехал в колонии после суда, потому что до этого все сидят в СИЗО. Женщины, которые там сидят, так немного с осторожностью к нам относились, потому что это что-то неизведанное, экстремисты, желтые бирки, ну, желтые бирки там у профучета, а экстремист, склонные к экстремизму, это один из профучетов. И они так присматривались. А вы с Катей были схильны до экстремизма, так, в этой категории? Да, да. Мы ходили с желтыми бирками и сдавали рапорт, говорили, что вот такая-то, такая-то, и в конце склонная к экстремистской, но деструктивной деятельности.
Потом, когда колония начала уже пополняться такими же экстремистами, как и мы, люди поняли, что нормальные люди заезжают, с которыми можно поговорить. И отношения, я бы сказала, что хорошие. Потому что там очень много людей, даже несмотря на то, что они поглощают, даже на протяжении многих лет, поглощают вот эту вот пропаганду государственную, которую пичкают по телевизору, все равно у людей работает какое-то критическое мышление. Проблемы были только с теми людьми, которые, так скажем, работали с оперативниками. Когда оперативник давал команду, что нужно сделать следковато плохо той или иной экстремистке. Да, происходили разные вещи, и на самом деле давление было очень сильное, особенно в отдельном отряде, так называемом пресс-отряде, куда специально распределяли, заселяли тех, на кого нужно оказать давление. Вот там работали очень хорошо. Там весь отряд прям настроен против того, чтобы сделать тебе что-то плохо. Чтобы ты сломался, чтобы ты подписал это прошение. Еще для каких-нибудь целей всего, я думаю, мы не узнаем, чего хотели оперативники. Як це витримати? От як ви витримали цей тиск? На меня давление оказывалось не со стороны женщин, а конкретно со стороны администрации. Это такое давление, когда тебя каждый день вызывают сотрудники, там, оперативники, заместители начальника колонии, психологи, и с тобой проводят такую психологическую работу. Так вербуют работать на владу? Нет, не вербуют. Нет, они внушают тебе, что ты виновен. Ага. Они внушают, что тебе нужно подписать прошение, подписать то, что да, я совершила преступление. Вот, ну, представь, каждый день тебя вызывают и проводят вот такую вот работу. Меня... Кажется, ни разу не пытались склонить именно к работе. Я не знаю, может, я просто изначально поставила себе так, что парни, это не мое. Но я знаю, сейчас очень сильно оказывается давление в колонии, потому что девушек принуждают к сотрудничеству. Наши люди на такое не идут, и они продолжают оказывать это давление. Вот так было где-то... Месяц назад точно доходила такая информация из колонии. А доходить інформація, да, з колонії? Тобто ви могли спілкуватися нормально зі світом, так? З друзями, з колегами, щось дізнаватися, може, з міжнародними якимись партнерами щось? Приїжджають адвокати. І є ще свідання. Длительне, короткосрочне. Тільки так. Ну, це така інформація... А в інтернет вийти? Прости. Там звонки по видеосвязи дают поговорить 5-6 минут. Обычные звонки, ну, нам давали минуты 5 тоже. Просто по телефону, по такому таксофону. Все, это единственное. Какой интернет? Наш интернет — это книги были. Ну, и вот информация поступала именно от адвоката, со свиданий, но тоже всего не запомнишь. Был один момент, когда моему адвокату, например, запрещали приносить с собой какие-то бумаги, документы, на которых было что-то написано, потому что они не хотели, чтобы передавалась эта информация. Он приходил только с чистыми листами и ручкой, чтобы записать что-то от меня. Какие-то документы ко мне не пропускали. А ваші премії міжнародні, які вам давали, коли ви ще були в колонії? Ну, не тільки міжнародні, в Білорусі у вас була премія, потім там в Польщі і так далі. Ви ж дізнавалися вже коли? Через тиждень-два після того, як вам її вручили? Да, мені мама писала в письмах. Письма теж от, з нового року начали доходить меньше, и с того момента, как началась война в Украине, писем, кроме как от родственников, не приходили вообще.
То есть если до этого там чуть ли не мешками приходили письма, когда я там еще была в СИЗО, потом просто поток прекратился, потому что они пытались ограничить вот эту информацию. Да, премии, мама писала о них. «Ой, ты там получила что-то». Что-то получила. Потом приезжала на свидание, тоже рассказывала мне, что вот там вас наградили, туда ездили ваши коллеги и забирали премию. Вот там тоже что-то было, вот там тоже что-то было. Мама тоже всего не запомнит. И ну, такой большой объем информации, который нужно рассказать за одни сутки, просто... Мало реально, и опять же, когда началась война, и все, кто приезжал к нам, мы просили информацию только о войне. И вот представь, когда сутки слушаешь только про вот эти вот происходящие кошмары. Угу. Ну, я знаю, что тобі там не давали працювати, да, у вас же была телестудия в колонии. У нас были розовые платья, между прочим, и розовые косыночки. Можно погуглить, как выглядит колония номер 4 города Гомеля. Угу. И там есть фотографии, даже видео есть, потому что туда опять же приезжают госканалы показать, как замечательно живут люди в колонии. Ну, вообще, примерно так, да. Либо оперативник приходит в отряд, например, и устраивает разнос всему отряду, либо, опять же, тебя куда-то вызывают. Но меня вызывали первые несколько месяцев. Первые 3 месяца стабильно меня таскали по вот всяким таким людям. Потом уже они приходили в отряды, так немножко пореже. К Новому году 21-го они перестали давить именно с помилованием на всех, просто резко. То есть вот этот вот сигнал, который исходил сверху, видимо, он перестал доходить, и они решили, что ну хватит. Но хотя, опять же, дошла информация, что вот несколько месяцев назад опять начали давить с этими помиловками. Я думаю, що з 22-м, з початком війни в Україні вже якось не до цього стало. До речі, ти в інтерв'ю казала, що коли Україна переможе, то все зміниться і в Білорусі. От давай побудуємо цей ланцюжок послідовний, так? От що зміниться? От перемагає Україна, ми дуже сподіваємося, що це буде скоро. І які зміни будуть? Ну, паде Путін. За ним падет и Лукашенко, потому что ну, Лукашенко держится только на Путине. Он либо сбежит, либо его... А я куда бігти? Якщо там паде Путін, то и в России, я думаю, не дуже раді йому будуть. Ну вот я надеюсь на то, что ему не будет куда сбежать, потому что его под белые рученьки, так же, как и московского, так же и минского, загребут. А все на ньому так тримається? Тобто, якщо паде Лукашенко в Білорусі, то ну, все зміниться? Ну, там же не тільки є Лукашенко, є ж його якісь там посіпаки, поплічники і так далі, які ну, оберуть нового такого ж, чи ні? Ні. Якщо конкретно паде Лукашенко до того моменту, як це відбувається, наприклад, в Росії, коли уйде Путін, я сумніваюся, що такий варіант розвитку можливий. Смотря от кого будет исходить, например, эта инициатива. Uh-huh. Если в Минск придет полк Калиновского, например, который скинет его, и назад приедет Тихановская, и все выйдут, но это какое-то нереалистичное, если честно. А чему нереалистичное? Потому что это полицейское государство. Ну вы же в 20-му році были ну, просто за крок. До того, аби все перевернути. Чому тоді революція не спрацювала? Тому що люди хотіли зробити все мирно. Люди хотіли демократичним путем все рішити. Но Лукашенко не захотел демократическим. Он выпустил своих, прошу прощения, собак, которые просто всех избили, убили. Люди даже после всех избиений, всех пыток на окрестина все равно продолжали выходить. Но... Хотіли зробити це мирно. Ну так. А ще раз, ви кажете, що можливо вийдуть люди, можливо, так, якщо повернеться Тихановська і так далі. Чи вже такого не буде, як в 20-му році? Чи є ще сили? Ну, можливо, просто люди чекають якогось рушія, щоб вийти знову?
Ну, вы ж спілкуєтеся там. Люди ждуть, коли можна вернутися. Угу. Тому що дуже багато людей уїхало. Я тому пример. Люди ждуть, коли можна вернутися. Потому что сейчас это нереально. Ну, вернешься ты. Мы видели примеры. Люди возвращаются, верят. До сих пор не понимаю, как можно поверить словам «возвращайтесь, все будет хорошо, мы с вами просто поговорим и будете жить, как жили». Люди возвращаются и их сажают. Ні, він же каже, у нього ж є цитати такі, що він каже: «Приїжджайте, я вас всіх просто посажу». Все. Спокойно, ну, він таке казав, я бачив це. Да, це такое прямо тоже мова. Было. Но нет, есть сайт, и в телеграм-канале тоже есть такая система, где список людей прям, которым предлагают вернуться. И там написано: вы возвращаетесь, идете в губопик, вас там просто отмечают, и вы уходите. И все. И люди верят вот в этот, ну, тому, что написано. Некоторые. Ну, як можна вірити людині, яка просто кидає в автозак людей і... Это уже скорее просто такое желание вернуться домой. Ну, я вижу своих друзей, своих коллег, которые очень скучают по Беларуси. Они понимают, что они не могут вернуться. Но даже у нас просто... Вы можете вернутися, до речі, зараз? Вы можете Нет. заїхати? Ні? Нет. Це небезпечно. Але ж ви відсидили вже свій строк. Я уже столько наговорила на 10 сроков. Угу. Даже в этом интервью. Поэтому... Тобто зараз у вас надія лише на Україну, на її перемогу, щоб приїхати додому? Да. Як ви звістку отримали про те, що почалася війна, якщо, не ви кажете, не було інтернету, не було зв'язку? От як ви дізналися, що в Україні таке почалося? Ми дуже великим чудом узнали в той же день. Війна почалась в 5. Ми узнали після обіду. Кому-то либо приезжал адвокат, либо у кого-то было свидание, я уже точно не помню. Но я просто помню, мы работали на вторую смену, пришли на фабрику и собрались своим экстремистским кружком, чтобы обсудить последние новости. И вот кто-то сказал о том, что началась война. Я просто помню свой шок. И помню шок всех, и вот эти лица, непонимание, что происходит вообще. Да, и где-то на неделю у всех сохранились эти лица. Потом уже много начала поступать эта информация, уже и по телевизору что-то начали говорить. Это, учишься читать между строк, что происходит. Опять же, свидания, адвокаты, больше информации. Но да, мы узнали в тот же день. Ты сказала, что было чутно летаки или вертолеты? Да, прямо над колонией летали самолеты, насколько мы поняли, грузовые. И да, такое страшное, конечно, ощущение, когда ты понимаешь, что над тобой летает, ну, очень громко, угу. Посреди ночи просыпаешься просто от этого звука. Угу. Можно было подумать, навіть, что десь ракета летит, да? Да, так и думали. Один раз я ночью проснулась именно с такой мыслью, что сейчас мы все умрем. Ну, це в Гомелі, так? Було в колонії ж поруч, ну, це поруч, да, з кордоном, да. Тому все було чутно. Ви багато разів казали, що любите Україну. Приїжджали сюди ще до війни, правильно? Да, в якому році вперше? Году. В 19-му році. І є пост у Фейсбуці, там, здається, написано, що це був День Незалежності в Україні, що там немає ніяких кордонів, поліцейських, нічого немає. Ти просто порівнювала з тим, як святкують у Білорусі. Да. Я можу помилятися, да, як там написано, да, було. Да. Ми приїхали тоді з подругою, ми приїхали спочатку в Київ, потім поїхали во Львов, просто як туристки. І мы даже не знали, что попадем на День независимости, честно говоря. Вот просто узнали в тот же день. И мы вышли гулять, и потом шли люди с фотографиями тех, кто погиб на Донбассе, военных.
А мы стояли и плакали. Ну, и чувствовали себя так глупо вдвоем причем. Стояли и плакали, но плакали за себя. Мы плакали не за Украину, а плакали за себя, потому что понимали, что ну, в Киеве все открыто, люди понимают, казалось тогда, больше, чем мы, что они смогли вот это вот сделать в 2014 году. И так стало обидно за себя, то, что мы живем в такой коробке, в таком вакууме, и ничего не делаем. И вот через год произошло вот такое, и я помню свое ощущение через год, вот это вот восстание духа, когда ты видишь... Ты подумал, что и в Беларуси может быть такая, как в Украине. Да, у меня никогда не было такого ощущения. Ну, это действительно такой подъем был, когда видишь, сколько людей все-таки понимают, что происходит, и они пытаются что-то изменить. Ты думаешь, как же все-таки круто. Класс. А зараз ты проїхала з якою метою? Проїхала, зараз живеш у Варшаві. Да, я живу в Варшаві. Польщі, де базується зараз і канал Белсат також, бо не може спокійно працювати на території Білорусі. Проїхала зараз на кілька днів до Києва, до України. Ну, і ми розуміємо, що прийти до нашої студії. Ну, і я думаю, ще якась є мета. Да, я приїхала в командировку. Делаю сюжеты по восстановлению Украины. Ну, я пока-то по Киевской области, по районам. Снимаю, как восстанавливают дома волонтеров, как люди сами соорганизовались и делают что-то. Несмотря на то, что идет война, они все это восстанавливают, потому что они хотят жить. Хотят жить как люди, не хотят, чтобы у них над головой была крыша, чтобы не текла вода. Даже несмотря на все, что происходит, несмотря на разрушение, они пытаются все восстановить. И ну, это очень вдохновляет. Опять же, для меня это такое сопоставление с белорусами, которое, когда началось все вот это, все репрессии, просто незнакомые люди приносили в СИЗО передачи, привозили чьих-то родителей, которые сами не могли доехать с передачами в колонию, потому что только родители могут передать в колонию. Или разрешали кому-то остаться у себя дома, незнакомому человеку, остаться у себя дома, чтобы пойти на суд в Минске. Человек приехал из другого города, и он, ну, ему негде остановиться. Просто вот такое объединение людей. И это... Ну, окрім людей, яких ти побачила, поспілкувалася з волонтерами, з тими, хто постраждав від російської агресії під Києвом, ти побачила, що це було? Ірпінь, мабуть, Буча, Бородянка, ті міста, які в перші дні війни прийняли удар на себе. Що ти побачила? Твої відчуття від цього? О, ощущення, звісно, ти коли на знімках це смотриш, все переворачивается. А когда вживую, я попала на кладбище автомобильное. Так, это біля Ірпеня. Да, да. Конечно, в жизни такого не видевшее, очень... Там чья-то одежда осталась, еще чьи-то вещи. Да, в каждой машине было люди. Да. Ну, это очень страшно. Едешь по городу, просто в доме нет. Просто стесалось несколько квартир, разрушенные полностью дома, где осталось там пару стенок, такие руины. Ну, это страшно. Словами такое не передать. Это страшно сейчас. Насколько страшно это было тогда. Когда я еду с человеком в машине, и он мне говорит, вот здесь стоял танк. Вот здесь, вот через каждые несколько метров там люди лежали. Угу. Вот здесь вот заходили.
У меня фантазия хорошая, я могу это представить. Особенно, ну, после просмотренных всех видео. Ну, опять же, вот это люди пытаются жить дальше. Восстанавливают, они об этом вспоминают, но стараются вот жить сейчас. Восстанавливают, 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 чтобы жить. Але при тому, що ти все це побачила, в Білорусі люди, як і в Росії, кажуть, що це фейки, що Буча – це фейк, Ірпінь – це фейк. Угу. Ти спілкуєшся з людьми, які залишилися в Білорусі, не тільки ж, мабуть, з родичами, так? Як там ставляться взагалі до війни? Всі так думають? Чи є якісь білоруси, які розуміють, що Росія – це країна-терорист? Я скажу, что, наверное, большинство белорусов понимает, что происходит. И те, которые уехали, и те, которые остались. Сейчас люди не смотрят телевизор. Особенно после 2020 года. Люди все поняли. Люди поняли, что им врут. Поэтому нет. После 2020 года глаза у людей открылись. Они видят правду. Але чому вони не зупиняють? Чому тоді Білорусь? Ну, зараз в Україні до Білорусі відносяться як до ворожої країни. Тому що з території Білорусі кожного дня залітають шахеди, залітають ракети. І з території Білорусі пішли на Київ. І, в принципі, зараз кожного дня укріплюємо лінію оборони на кордоні з Білорусію. Тому що звідти ми чекаємо атаки. Якщо люди там щось бачать, то чому так? Прошу прощения, я просто... Я обожаю ваших пограничников, которые стоят на границе с Беларусью, которые поставили бело-червоно-белый стяг коля желто-блакитного. Ой, это было потрясающе. Я запостила это у себя и подписала, что я обожаю украинских пограничников, потому что это потрясающе. Даже украинские пограничники понимают, что происходит. А в Беларуси, я думаю, просто люди уже... Они не чувствуют свои силы. Вся сила у Луки, потому что у него ОМОН. А Байпол подорвал самолет. Вот такими точечными какими-то только... И можно что-то сделать сейчас. Байпол вот что-то делает. Полк Калиновского сражается в Украине. Байпол подорвал этот самолет, чему, я не знаю, мы радовались очень много дней. И опять же... Ну, Байпол, все по-ясному, это ну, подпильная организация, так как протестоит власти. Прошу прощения, да, это бывшие сотрудники, бывшие сотрудники силовых структур, которые ушли после 2020 года и объединились вот в такую организацию. Да, и, ну... Люди просто боятся за себя, так? Что-то делать и что-то... Я думаю, казать. Да, они просто не чувствуют свои силы сейчас. Ну и в какой-то степени, так, надежда тоже угасает. Почти 3 года прошло. И просто сейчас все задержания, все обыски, которые происходят, это происходит именно из-за подрыва этого самолета. Они выставляют... людей, не причастных к этому, виновными. То есть он потерял контроль. То есть такой взрыв — это для него потеря контроля. Беларусь же островок стабильности и безопасности, а тут такое происшествие. Закінчилися в него карты, да, так, с позициями, из яких мав бути напад. Да, и вот он сейчас вот этими задержаниями пытается показать, что все под контролем. Вот смотрите, мы задерживаем преступников, которые совершили такое. Да, они не преступники и давно уже в безопасности, а вы устраиваете, как всегда, цирк. Даш, ну а що має статися, щоб Білорусь от стала, ну скажімо, не тільки країною, до якої ти зможеш повернутися спокійно. Це ми розуміємо, що потрібно просто, щоб змінився режим і так далі, щоб вона стала такою країною твоєї мрії. Сегодня почитала материал, ну как материал, комментарии, где предлагают в переходный кабинет, когда будет переходный кабинет от
нынешней диктатуры к демократическому государству, поставить вот управляющим Белоруссию Олеся Беляцкого. Я думаю, это идеальный вариант будет для переходного кабинета. Тихановская сейчас ездит и действительно очень много делает, общается с лидерами, пытается продвигать вот эту вот систему белорусского языка, адукации, образования. Пытается вот это вот восстановить, то, что уничтожалось столько лет. Культура, язык. Идеально это, конечно, Беларусь. Беларусь с белорусским языком, с белорусской культурой, со свободой слова, с демократическими выборами. Ну, идеал, он, мне кажется, для многих белорусов сейчас вот такой один. Ось таке. І головне, щоб сусіди були з усіх сторін нормальні. Да. Ми розуміємо, що поки поруч ось така Росія, яка вона є, спокійно не може жити ані білоруси, ані українці. Не будемо так якось мінорно так закінчувати. Є одна фотографія, я побачив на твоїй сторінці, я не можу не спитати. І вона не тільки на твоїй сторінці, вона облетіла всі ЗМІ, коли ти вийшла з в'язниці. Оця фотографія, ти стоїш з кавуном. Чому саме кавун? І це от просто тебе тільки звільнили, так ти не їла 2 роки кавунів? За пару дней до того, как я вышла, я разговаривала по телефону с мамой, и она у меня спросила, точнее, у нее спросили мои коллеги, чего бы я хотела, прям вот выйти и сразу съесть. Я не знаю, мне первое как-то вылетело, это арбуз, но я же не думала, что они пол арбуза притащат. Такая, да, ситуация, просто там были мои коллеги, не с моего телеканала, они просто затащили меня к своей машине, достали этот арбуз, достали ложку раскладную. Класс. Вручили мне, да, и пошла фотосессия такая, пока я ела. Ну, действительно, я 2 года не ела арбуз, а я очень падкая на арбузы и дыни, так что это было вкусно. Клас. Наступного разу, коли ти прийдеш до нас в гості, ми будемо зустрічати тебе з херсонським кавуном. Бо це найсмачніші в світі кавуни. Я думаю, що до того вже вони будуть по всій Херсонщині, по звільненій Херсонщині рости. Ми дякуємо за те, що ти прийшла. Дякуємо за те, що ти приїжджаєш працювати і показувати людям і в Білорусі, що насправді відбувається в Україні, щоб вони бачили, що робить в тому числі їхній президент, який допомагає Путіну. Дякую. Дякуємо. Це була програма «Обличчя», марафон триває.